В Тверском регионе активно идет догазификация. Подано более 10 тысяч заявок. Построены газопроводы до границ почти 2000 участков. Подключены около 500 потребителей. Еще столько же заявителей готовят газовые сети внутри участка и внутри дома. Желающим подвести газ в дом необходимо знать несколько нюансов догазификации. Подробности в материале далее. Догазификация предполагает бесплатное строительство трубы от уличного газопровода до границ земельного участка, на котором стоит дом. Как раз такую прокладывают к одному из частных домов в поселке Загородный Калининского района. Прокладывается 63-я труба полиэтилен СДР-17 до центральной трубы. И в абоненту будет до границы участка, то есть подведен уже газ. А от границ участка к дому по территории домовладения прокладка трубы выполняется за счет потребителя. С задачей подключить строящийся коттедж к газовой сети успешно справился житель деревни Дубровки. Я сначала себе сделал проект, поставил газовое оборудование, котел, отопление как бы развел. Вот, и обратился, получается, на догазификацию. Надо нанять фирму, имеющую лицензию. Они сами сделали проект, моментально все трубы раскидали, то есть все подвели. Проложить трубу длиной 15 метров от забора до дома обошлось примерно в 100 тысяч рублей. В эту сумму входит стоимость материалов, оформление документации, монтажные работы. Оборудование дома для приема газа тоже потребует затрат. Это покупка котла, труб, батарей и другой техники. Граждане, когда подают заявку на догазификацию, должны понимать, что за счет догазификации им будет проведена труба до границ земельного участка, то есть до забора. Все остальные затраты гражданин несет сам. Цена зависит от расстояния, от протяженности газопровода и от того оборудования, который сможет выбрать, сможет купить гражданин сам. Чтобы в доме появился газ, необходимо подать заявку. Это можно сделать в АО «Газпром газораспределение Тверь» по месту жительства, а также через личный кабинет lkk.tverь-gaz.ru, МФЦ, через сервис госуслуги и портал единого оператора газификации connectgaz.ru. Если остались вопросы, задайте их по телефону 52 03 23, код города Твери 48 22.